Так, всем привет, народ. Недавно прикупил чехольчик от Nilkin. Так, камера не хочет фокусироваться. Ага, ну, у меня только так фокусируется по касанию. Ну ладно. В общем, купил. Качество, в принципе, неплохое, но я уже успел немножко замазать. Тут, если видно, есть немножко маленькое пятно. Ну да, это не страшно, в принципе. Сам виноват. Это была краска. Пришлось отмывать растворителем. Вот такой вот, значит, чехольчик от Nilkin. Если будете покупать такой чехол, имейте в виду, что нету пленочки. Поэтому подбирайте обязательно, чтобы была пленочка, чтобы была какая-то защита. Потому что здесь получается стекло незащищенное. А у меня пленки на телефоне нету, потому что пленка искажает цвет. И, соответственно, цветопередача и все остальное плохо видно. Поэтому я убрал пленку. И еще учитывайте тот факт, что она плохо закрывается. Вот. Приходится делать вот так, чтобы ее плотненько прикрыть. Вот. Сейчас она плотненько прикрыта. Ну, более-менее. Так что учитывайте этот нюанс. Поэтому для тех, кому это важно, тоже надо, чтобы с таким замочком было или мешочком, непонятно. Там есть, по-моему, на магнитике, кажется, есть. Вот. Кстати, дырка. На силиконовом чехле у меня была дырка маленькая, поэтому был засвет от камеры. Ну, от вспышки. Здесь широкая, в принципе, нормально. Она еще такая, как бы, со скосами такими краями, поэтому засветов нету. Решеточка тоже все на своих местах, все нормально сидит. Здесь красивый чехол. Ну, не очень практичный тоже. Видео на нем не посмотришь нормально, так не поставишь. Вот. Как есть некоторые чехлы, которые можно вот так ставить. Там перегибается, да, и выставляется. Здесь такого нету, то есть просто обычный флип-ковер, вот и все. Не задняя крышка, а просто одевается сверху на телефон. Вот такой вот, значит, штуковина. Показать на телефоне сейчас не могу, потому что телефон сейчас снимал. В общем, вот такой вот флип-ковер с такими нюансами, поэтому дважды подумайте, прежде чем купить. Все, всем спасибо, пока.